Привет, ты на канале Way Up Music. Меня зовут Саша Вудстайл, и сегодня у меня гость. Всем привет, меня зовут Кристина, и у нас снова дуэт. У нас снова дуэт, и мы будем смотреть новый клип Элвана, а в частности Льва Валерьяныча, на песню «Бабки». «Бабки», клип «Бабки». Ехала? Ехала. Лев Валерьяныч. Эйнштейн. Какие бабки классные. Бабки меня ценят, туда деду на цене. Шими-шими-я, Лев Валерьяныч снова на пите. Дед Ловелас, да? Золотой зуб, дрил за тех дней. Золотой зуб, так на стене. Золотой век, Валерьяныч поэт. Кафет, кеды, два мяча, это победа. За чаем замечательная беседа. Ангел называет меня деда. Мы поспим с ней после обеда. На почту за открыткой. Это что за площадка такая, где они там? Не знаю, где там. Он живет там в Москве или где. Челюсть на столе, сплошные междометия. Шими-шими-я, бабки меня любят, зовут меня сердце. Вообще так харизматично, да? Ну, Элван харизматичный довольно. Шими-шими-я, шими-шими-я, бабки меня ценят, туда дедуля в цене. Шими-шими-я, шими-шими-я, Лев Валерьяныч снова на пите. Как эта игра называется? Шары. Кто знает, напишите в комменты. Валерьянка прям в супе. Просто по сути, многолетний стаж. Деда любят бабки, для них деда краш. Деда краш. Что за слово такое? Краш. Кому нравится это слово? Да, тоже хотел спросить, кому нравится слово краш, кто его употребляет? А, компотик. Ну такой олдскульчик здравый. Шмот такой еще прикольный у него. Романтика пошла. О, бабки. О, бабки. Деда романтик. Деда романтик. О, бабки. Всех бы так в старости лепестками роз посыпали, было бы очень круто. Деда романтик. Серега выпустил тоже клип, Гуччи Дед называется. Вот, если вы хотите, мы сделаем на него реакцию. Деда любят бабки. Ух ты. А вот и все. Собственно, забавный клип. Что ты хочешь сказать? Я сначала думала, то, что он будет про деньги петь, читать там. Ну, он про бабок читает. Вот. Стареет. Клип в целом прикольный такой, что бабушку там лепестками роз посыпали. Вот эта вся романтика. Он такой сидит, на нем тоже розы. Это очень прикольно. Как думаешь, Алан симпатичный дед? Ну, я не бабушка, я не могу сказать. Не знаю. Хотела бы, чтобы у меня была такая прическа и борода, когда я стану старым. Ты наверняка бы не хотел, чтобы я стала бы бородатой и седой. Скорее всего, будут хейтить, скажут, обосрался ты, дядя, ничего умного не сказал, скатился, начинал с мияги, с философских мыслей, а тут вот такая шняга. Ну да ладно. Ну, в принципе, клип. Ничего такого прям сверхъестественного там нету. Хороший клип. Да, балдежный. Забавная работа, да? Я считаю. Прям нормально. Элван двигается, Элван что-то делает. Его сейчас нету в трендах, он не залетает в тренды. Но мне кажется, он уверенно живет, уверен в себе.
у него все нормально, он состоявшийся артист, у него есть несколько хитов, с которыми он, мне кажется, всю жизнь будет гонять по гастролям. Допустим, те же «Отпетые мошенники», не знаю, равное ли это сравнение, казалось бы, сейчас их не слышно, не видно, но я уверен, у них постоянный гастрольный график, как, собственно, у любого состоявшегося артиста. Я тоже не ярый фанат Луана. Вообще, в принципе, я не слушаю его песни, но это мне понравилось достаточно удивительно. Хотя я прям противник, если честно, была. Ну, вот так вот. В общем, как вам наша реакция? Как вам Кристина? Спасибо, что смотрите. Я Саша Лустайл. Я Кристина. Всем пока. Да, пока. Удачи. Увидимся.